первой программе диалог об актуальных национальных и межнациональных аспектах жизни народов Оренбуржья и России в целом. Гость в студии – президент Всероссийской гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге. Национальная политика страны, национальные языки и необходимость их изучения в школе, роль медиа в освещении конфликтов – это лишь часть вопросов, на которые она ответила в беседе с главным редактором ОРТ Инной Томилиной. В финале проекта прозвучали и вопросы от телезрителей, которые мы получили через официальные страницы в соцсетях Оренбургского регионального телевидения. Еще один вопрос, который хотелось бы озвучить, это из Оренбурга. Марианна Ильинская пишет, что в последнее время в Оренбурге очень много гастарбайтеров. Их становится все больше и больше. Как вы считаете, хорошо это или плохо? Большое количество гастарбайтеров из среднеазиатских республик, это о чем говорит? О том, что они все равно продолжают воспринимать Россию как место, где можно спастись, где можно заработать. То есть получается, что вроде формально появились независимые государства, а фактически Россия продолжает нести социальную нагрузку за население среднеазиатских государств. Но это не опасно государств. Для России? Если мы будем нормально интегрировать этих людей, не опасно. Если мы будем как бы относиться как к чужакам, то это вызовет вот эта масса, которая будет прибывать, она будет агрессивно настроена. Если они не будут интегрироваться, то есть они будут отделяться. Наша задача либо интегрировать, либо не пускать.